Смотрите, новая квартира. С таким прекрасным видом. Так выглядит. Я вот думаю, брать, не брать. Что, поверили? Так, подождите. Пойдемте пешком, что я здесь жду лить? Короче. Всем привет. У меня перерыв. У меня перерыв до половины шестого. Да, до 17:30. Время сейчас половина второго. У меня должно было быть очень сложное окрашивание. Но девочка пришла, очень такая милая девочка. Пришла, месяц назад была, ну, типа у наших конкурентов в Дубае, в русском салоне. И очень ей не понравилось, как ее там покрасили. Она такая темненькая сама. Эмалированный волос, и все в пятнах вообще просто. Но так как она делала это месяц назад, там исправить пока тяжело. Я говорю, давайте затонируем все это, подправим тоном пока. Я говорю, потом подрастет корень, мы подмелируем, говорю, и все будет чики-пики. Вот сейчас сделал ей тон за час, ну, буквально на нее было 4 часа отведено. Я за час ей сделал, и в общем это... Счастливая, довольная. Я говорю, ой, спасибо. Через месяц к вам приду. Я говорю, давайте. Там просто волос на самом деле на одну драку. Очень мало. И чтобы ничего не отвалилось. Потому что там такие местами пережженные. Но я сейчас пигментом, в общем, подзабил. Думаю, нормально. Цвет красивый получился. В общем, я иду в молл. Какой вид, да, сзади. Я иду в молл. Сейчас приедет Ксюха. Мы посидим либо в кафе, либо погуляем по молу. Слушайте, в каком районе я живу? Это же рай. Ксюха едет от спортзала. Была в спортзале. Едет. Говорит, сейчас скоро буду у тебя. Я говорю, давай к молу приходи. Я говорю, еду к молу. Парнишка вот сзади. С рюкзаком, вон слева, оператор из Египта. Он снимал у нас бесплатно для себя портфолио портфолио в салон наш снимал. Какую-то съемку делал вчера, кстати. Не вчера, я отдыхал позавчера. Это друг. Короче, у меня есть коллега Анька Николаева. И у нее муж Ахмед из Египта. И это его друг, оператор. Вот он был у нас. Слушайте, какая красота, а? Давайте я вам переверну камеру. Погода просто офигенская, просто бомбическая. Наслаждение. Вот когда вот такая запись, честно хочу вам сказать, вот работать хочется и жить здесь хочется. Когда, знаете, не в нон-стопе, а когда вот есть 4 часа перерыв, 3 часа, там не знаю сколько, 3-4, можно пойти погулять, можно пойти в кафе сесть, насладиться жизнью, вообще посмотреть на природу, которую ты не видишь из-за активности. Но сейчас будет спад. Сейчас будет мало работы, меньше ее будет. Поэтому, с другой стороны, надо работать, пока работаете, потому что реально через буквально пару месяцев, говорят, будем сосать лапу. Ну, посмотрим. Но у меня есть ставка. У меня есть белая зарплата. Поэтому в любом случае деньги будут. Ой, иду, у меня прямо руку греет. Кайф. Я так люблю вечером гулять по Марине, вот по вот этому райончику. Ну, кто не понимает, поясняю. Игорь постоянно каждый вечер зову. Говорю, Игорь, пойдем погуляем. Он, я на работе нагулялся. Ничего не хочет, никуда не хочет. А мне так нравится. Ну, смотрите, ну как здесь не гулять? Мы когда приехали только жить в Дубай, гуляли каждый вечер, гуляли утром. Утром я успевал, если на запись, например, к 11, я успевал, там, не знаю,
в 9-10 утра быть еще на пляже, часик позагорать, прибежать домой, переодеться. Сейчас, конечно, уже нет, то ли уже подзажрались, то ли нет такой энергии вот так вот бегать. Но раньше мы очень много времени проводили на прогулке. Сейчас все меньше и меньше. Это я вышел на, короче, такую объездную дорогу, так скажем, чтобы покороче, по прямой, чтобы дойти до мола, сократить время, потому что там по набережной вот так вот идешь, вот так вот. А сейчас мы идем прямо и сократим. Такой, знаете, дворовый вариант прохода до мола. У меня осталась еще одна стрижка. В 17:30 постригу. Я думаю, что в 6-6:20 я уже буду свободен. И пойду в спортзал сегодня. Пойду в спортзал. Отели. Мне нравятся отели. А, это, наверное, не отель. Это, наверное, жилой комплекс такой. Что, показать вам мое лицо? Отекшее, нет? Ну? Я же говорил, что я уберу все отеки. У меня было все по плану. Мне надо было так. Без отеков нельзя было. Поэтому сейчас через месяца, наверное, 2 или 3. Я думаю, что месяца через 2. Сейчас сделаю перерыв организма. И буду снова набирать вес. Потому что я набрал вес. Смотрите, как я работаю, как у меня работает система. Я был 76 килограммов, когда я в Дубай приехал, или 74. Потом я вот до 85 дошел, скинул 4 килограмма, сейчас я 81. Но чистого, то есть у меня есть пресс, у меня виден пресс. Можно еще сушиться, еще есть время, я еще посушусь. И потом на вот эту массу надо будет еще набрать. Набрать, потом опять лишнее скинуть и оставить сухую массу. Понимаете, да, как я медленно, но вот так вот набираю такими этапами. Потом будет очень красиво. Ну и сейчас тоже ничего. Так, все, мои хорошие, я хочу это убрать телефон, там Ксюша пишет. И быстренько добежать до мола. И потом с вами опять к вам быть. Он Ксюха пишет. Уже второе сообщение. Какой кайф, а просто. Какая невероятная красота. Вот знаете, вот в чем весь прикол, да, вот говорят же, когда ты турист, это одно, когда ты живешь, это другое. И вот когда я могу наслаждаться, живя здесь вот такими моментами, я понимаю, в каком прекрасном месте, в каком кайфовом месте я живу. Просто, мне кажется, лучшим на планете, реально. Когда есть свободное время на себя, когда ты можешь гулять, когда ты можешь уделять себе время. Это вот прям кайф. Поэтому в итоге, конечно, я все равно перейду на график 2-2. После контракта, во время контракта, не знаю, посмотрим. Посмотрим сейчас, как будет по народу ближе к лету и летом. Может быть, и не стоит вообще-то трогать контракт, если народу не будет. Но вот этот мне очень нравится момент. Я за это люблю своего директора, за такую лояльность, за адекватность, за возможность реально не сидеть, как собакам, блядь, на цепи и наслаждаться, блин, жизнью, ходить домой, не знаю. Девчонки некоторые домой ходят, едят, еще что-то, поэтому отдыхают, спят. Ребята русские прошли сейчас. В общем, кайф, просто кайф. А вот уже мол, вот это видите, Мар написано. Это мол, буквально 1.5 минуты сейчас пешком. Сейчас прям загорю, мне кажется. Я так вчера сгорел, просто трэш. Я говорю, Игорь, я сгорел. Он такой, и что ты радуешься? Я говорю, я не радуюсь, я реально сгорел, говорю, очень сильно. У меня просто вот как я спал, уснул на пляже, так у меня левая сторона вся сгорела.
Ничего, сейчас у меня будет 3 дня выходных. Я очень круто загорю. Сейчас попью еще морковный сачок. На самом деле на морковный сок очень круто ложится загар. Могу себе его заранее пропивать. Очень клево. Просто кайф. Главное сейчас, чтобы не обломали и не написали сообщение, что Женя, у тебя запись какая-нибудь образовалась. Такое может быть. 100% может быть. Но я Лере сказал, Лера, пожалуйста, не тревожьте меня. У меня сейчас 6 подряд рабочих дней. Не тревожьте меня. Перерыв так перерыв. Все. Давай, сшиби меня еще. Красный свет, но мы успеем перейти. Трамвайные пути. Зеленый человечек. Уже жарко. Уже, наверное, градусов 35, наверное. Уже прям жарко. Одним днем как-то стало жарко. Вот вчера 32 стало, и вот сейчас все больше и больше набирает. Все, встретимся в моле. Слушайте, это, конечно, была жесткая ошибка. Видите, рука мокрая. Пойти в Марину Мол в такую жару. Пиздец. Реально жара. Хочется сачок какой-нибудь холодненький. Пойдемте, короче, прогуляемся. Ну, Дайсоны. Ну, они везде стоят. У вас, по-моему, в России тоже достают они. Или убрали уже. Я вот таким утюгом работаю. Такой утюжок очень классный, беспроводной. Люблю этот магазин корейских там товаров, этих китайских. Вот этот, не знаю, как он называется. Вот здесь всякие штучки, дрючки. Кстати, сейчас очень-то в тренде именно диснеевские герои на всем. И вот Микки Маус прям лидирует, я смотрю. Всякие есть брелочки. У нас, кстати, с Микки Маусом один день рождения у меня с ним. 18 ноября. Мне так нравится вся эта херня. Мы с Игорем всегда заходим, он на меня орет, говорит, давай быстрее, давай быстрее. А я как этот, мне так нравится. Помните, в детстве у нас были такие же подобные? Класс. Прикольные такие всякие штуки. Зубные щетки. Это зубные нити. Смотрите, набор зубных щеток 19 дирхам, 400 рублей. Смотрите здесь, сколько их. Я правда не знаю качество, но вот она, вот они. Класс, просто класс. Я люблю такое. О, смотрите, здесь вообще с насадками. 7 дирхам, 140 рублей. Ну, бери, чисти не хочу. Видите, все в Диснея. Все в Диснея. Пойдемте дальше. Что-то здесь еще есть такая музыка играет. Лейкопластырь и Микки Маус. Лейкопластырь. Так, музыка играет. Пойдемте сходим дальше. Зашел в дебильный магазин.
такая легкая рубашка. Думаю, взять не взять. Стоит 3 копейки. 99 дирхам, это 2000 рублей. Она такая прям легкая. Ну, естественно, не с джинсами, а с какой-то там, с джинсовыми шортами. Такая вообще, ну, она прям кайфовая, честно. Но она, мне кажется, не очень мне идет. Жара пиздец. Не знаю, может взять, пусть валяется. Летом так вот накинуть и куда-то пойти, не знаю, на пул. С шортами. Рукава мне не нравятся, да? Рукава какие-то беспонтовые. Сразу видно, 99 дирхам. Что-то там тянет спину. Блин, прикольно. Вроде нет. Сейчас черную взял. Вот такую расцветку. Она вообще дебильная. Но мне очень понравилась ткань. Она просто, понимаете, она как шелк. Сейчас померю. Но мне кажется, это вообще в ней угореть нужно. И синтетика. Вот фирма. Катап. Кат. Короче. Мне это может быть даже нравится. Не знаю, сейчас посмотрю. Почему бы нет ее? Мне кажется, можно взять. Загорелое тело, она будет прям прикольно. Короче, я ушел из мола. Решил не тратить свое драгоценное время на шопинг. Думаю, потом зайду отдельно. Потому что если я сейчас что-то наберу, мне не хочется на работу идти с сумками, с пакетами. Я решил выйти прогуляться и пойти сесть в кафе летнее какое-то. Ну, в смысле летнее, блядь, на веранду на какую-нибудь сесть. Классные дома. Видите, какими зигзагами надо ходить? Вот так вот обходить. А там по прямой. Вот с этой стороны есть кафешки, а с той нет. Видите, на транспорте на своем. В аренду берут и катаются по набережной. И лодочка плавает. Так. Вот кафе впереди. Сейчас я сяду туда. Кстати, я вчера постригся. Вы что, не заметили, что ли? Я сходил вчера постригся. Красиво, да? По моему дизайну стриг. Я рулил, я говорил, как настричь меня. Потому что мне так идет, мне так нравится. Надо очки надеть, то я щурюсь. Морщины так до хера. Уже ботокс не помогает.